В этом видео я хочу продемонстрировать работу датчика движения, который подсоединен к Arduino Nano и Ethernet Shield. Вот. Передача данных о движении, ну, вернее, факта о движении мажордома, и мажордома потом через Amazon Alexa будет озвучивать сам факт движения. Вот как это выглядит у меня. Вот этот датчик движения подсоединен к Arduino Nano и Ethernet Shield. Вот кабель, который вставлен в роутер. И источник питания буду использовать такой переходничок для того, чтобы питать саму Arduino. Включаю, извините за такой ракурс, подключаю сетевой кабель. Теперь подключаю питание. Так, ну и как-нибудь вот так вот его сейчас сюда повесим. И положу вот так вот датчик. Чуть ближе. Вот, и вы можете уже слышать. Алекса говорит, что, в общем, зафиксировано движение. Она говорит несколько раз, потому что я слишком много там двигался. Чтобы продемонстрировать, как все работает, сейчас добавлю звука. Вот я сейчас буду подходить к датчику. Он меня увидит. И зафиксировано движение. Вот, и вот Алекса сообщила об этом. Скетч и ссылку на статью, где я подробно все рассказываю, как все подключать, как все работает, вы найдете в описании к этому видео. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал.